метро больше, чем у разбойника. Нереалистично. Пилкас. Бэр меня быстро, трамвай. Трамвай! Бэр меня быстро! Меня свет выключили, Рома. Учекью, ну за что? Ну как так-то, учекью? Во-во. Ну почему именно когда я на ШП? Ноль уважения. Я никогда в своей жизни, ни при каких обстоятельствах, не забуду ту ситуацию, что я однажды, вот, я однажды просто вот нес ебаные эти вот, знаете, ну которые вот к линолеуму и к стене, уголки вот эти вот, к линолеуму к стене, ну как это, вот бордюрчик это называется, не помню, как он называется, он был пластмассовый, да, я несу, зашел в автобус, помню, зашел, максимально аккуратно встал, вот максимально, вот, знаешь, вот они же длинные, 2 метра или сколько они там, плинтус, встал очень аккуратно, вообще ноль проблем, пустой автобус, вот в чем прикол, да, то есть я ездил специально в то время, когда 100% он будет пустой, пустой, да, что вы понимали, я получил следующее. Расставили тут свой плинтус, блядь! Блядь, плинтус расставили! Мне просто хотелось им всем уебать! Просто я хотел такой прям удар им! Прям вот, прям такой удар, что просто, знаешь, прям сквозь лицо кулак прошел, плюс сквозь голову прошел. Просто одним ударом весь автобус. Сука, весь плинтус мне потоптали. Весь, сука, вот весь. Я даже стоял и говорю... Смотрите под ноги. Я понимал, что люди тупые, как бы, да? И просто хотелось убить их всех там, нахуй. Пошел Ларек купить квас. И там такая тетенька была вся добрая. Она такая спросит, и куда я, откуда я, и что? Вот прям отрада, наслаждение. Хотя видел я ее там раза три, потому что, ну, раза три только. Добрейшей души человек. Ну, идеальная. То есть она, ну, все обсудит вообще, типа, изи. Очень приятный продавец в ларьке. Комфортнейший максимально, да? Вот, сейчас прихожу, там сидит этот, ёбаный, блядь, Джанго Фетт. Ну как, не Джанго, а Джабу Фетт. Вот это, помните, такой огромный из «Звёздных войн», который сидел такой, да? Сидит этот Джанго Фетт там, ебать, еле торчит форточки этого. Сидит, я говорю, скажите, пожалуйста, у вас квас есть, вот, типа, «Стрелецкий простор», что-то такое? Она такая на меня смотрит, просто, блядь, поймите это. Просто поймите это, просто поймите. Нет. Блять. Чё? Иди нахуй. Ты чё такая, блядь, напряжённая? Что случилось, блядь? Что? Что не так? Вот. Сижу с двумя подругами. Ещё в университете это было, да? Сижу, вот. И чё так сижу, да? И как-то вот задумался, и там что-то подруги говорят. И я такой, вот. Они что-то там смотришь. Я говорю, чё ты, блядь, смотришь? Вот так вот. Как бы с подругами. Вот, и понимаю, что все это время я АФК сижу, смотрю на столик, вот, где сидит девушка и ее вот парень, который на меня смотрит примерно вот так. Это ты что сюда смотришь? Они думали, что... Он думал, что я бесконечно смотрю на его девушку, там, я не знаю, или еще что-то, а я смотрел просто в пустоту. А там уже, типа, знаешь, такой, типа... Типа, ты, блядь, чё нахуй, блядь, он уже, блядь, готовил запрыгать в меня, по-моему. Близзард! Сильвана! Ля какой! Это Барбарион Бас. А это типа за Орду, ребяточки. Это Сильвана за Орду. Ордынская Сильвана. Ля какая! Сучка ёбаная, блядь! Мя-м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 я! Ребяточки, открываем первый сундук за охотника. Просто барабанная дробь, и что мне выпадает? Универсальность, искусность, изрыгатель чумы, пушка 226. Ёбаный рот. Едем. Что выпало? Так, крит искусность, это вообще по дефолту хуета, но у меня было 200-е, поэтому... Пояс, бля, опять пояс и опять жакет ёбаный. Опять, короче, пояс, крит универсальность, крит искусность.
как бы крит искусность, блять. А вот есть другой пояс, смотри. То есть подожди. Получается, это крит искусность, а это крит искусность плюс самоисцеление. Так, и наплечник. Скорость искусности у меня 168 наплечник. Эпическое снаряжение. Чего, блядь? Как вы могли догадаться, произошло следующее, да? Я подхожу и говорю, скажите, здесь, да, вот это вот сидит. Она говорит, да, здесь. Я говорю, спасибо. Вот, подхожу, стучу, открываю дверь. Вот, там что-то спрашиваю, да? Вот, говорю, ну ладно, я тогда типа это, сейчас подожду, в следующем типа зайду. Вот, просто поворачиваю голову свою, да? А там примерно, не знаю, человек 7 просто, да? Просто идеальные 3 бабки такие в ряд сидят такие. Несколько женщин такие. Тут вообще-то... И знаешь, прям вот, прям, ну знаете, прям вот какофония, произошла какофония из ряда фраз. Тут вообще-то очередь. Вообще-то тут по записи. Вообще-то мужчина, тут очередь. Вообще-то, молодой человек, очередь. Ох, эти мужчины всегда куда-то спешат. Прям одновременно я это услышал. Прям вот как одновременно, как повернул голову, так я это услышал. То есть, смотри, мужчины куда-то спешат, по их мнению, да? Ох уж эти мужчины, которые куда-то спешат. Ну, типа, если они не спешат, так хули, тогда пускай сидят, я пойду без очереди. Если они не спешат. Пробуй не умирать. Ай, неприятно, кстати, было. Очень даже некомфортно. Что, блядь? Не стоило пытаться. Так! С каждым может случиться, не так ли? Не промокла, обязательно. Сейчас носу на лицо. А, хля! Это что за мув? Капитошек, ты ебанутый? Это пиздец, это такое. Такое, блять, даже я видел, нахуй. Ты ебанутый, блять? Че с тобой, блять? У тебя это, блять, ты что, штурвал, блять, того туда-сюда, блять. Ребяточки, у нас ситуация, блять. У хиллера, блядь, он неожиданно такой, типа, Боинг терпит крушение. Так, главное одновременно. Да это очень сложно будет одновременно убить. Прызгалка вдвойне неприятно. Там и в чекью, блядь, сдох. О, блядь. Шанс на миллиард долларов. Да! Ебать там это вот! Моя нога вовремя перезарядилась! Фу, блядь! Аж не верится, нахуй! Тогда знаете, чему удивлялся? Безумно. Удивлялся тому, как вот, если я иду к врачу, вот всегда со мной такое было. Я иду к врачу. Если я захожу к врачу, я уже через 5, максимум 7 минут уже оттуда выхожу. Ну, как правило, да? Что там, блядь, остальные по 30, по 40 минут делают? Я ебу вообще? У них там секс или что? Что у них происходит 30-40 минут? Что? Что они делают там? Такое ощущение, что им вот тоже за 5-7 минут все объясняют. Они такие, что? Я не услышал просто вот. И им опять 5-7 минут, они такие... Извините, буквально отвлекся. Что повторить, пожалуйста? Вот, я не понимаю просто. То есть, типа, что они там делают? Что они, сука, там делают? Они там вообще всю суть жизни узнают или что? То есть, ты вот, не знаю, они заходят, им рассказывают, такие, это, конечно, хорошо. А скажите, вот, если вот йод помазал на руку, то вот если он быстро всасывается, это он потому что йода не хватает организму? Или потому что... А, значит, не всасывается, да? А, то есть... То есть только если в пище. Угу, ну ладно, спасибо. Так, вот спасибо большое. Скажите, а вот интересный тоже такой факт. А вот глаза покраснели. Вот если в них капнуть, то оно покраснение сходит, но
зуд остается. Вопрос такой. То есть есть ли смысл капать? А, то есть чисто в косметических целях, да? Ладно, так. Так, что же. Скажите, пожалуйста, а вот трава у соседей зеленее, чем у меня, почему? Вот, ну, буквально. То есть, ну, чисто вот, ну, как бы между делом, интересно. А, то есть, это кажется, да? А, да, то есть. А вот у меня подружка есть, Людка, да? К бабушке сходила и выздоровела. То есть, маги существуют, экстрасенсы, да? Нет? А, у меня два родителя, это просто антонимы этой истории. Выкройс. У меня, значит, мать, она какая? Сын, вот смотри. Ситуация встает таким образом. Отец, у него инфаркт был, да? То есть, у него был инфаркт, и поэтому вообще надо бы, по идее, сходить в больницу. В больнице есть такая тетя, Раиса Евгеньевна. Это медсестра. А есть еще один врач. И то есть, если моя мама начинает рассказ, это вот, сынок, Адам и Ева. Появились Адам и Ева, там, короче, яблоко. Вот, начинает мама моя, да, прежде чем что-то рассказать, какую-то полноценную историю. А отец такой, шуруповерт. И все. И молчит. Как будто ты должен понять, нахуй он сказал одно слово. Одно слово такое. И так, шуруповерт. И все. И типа ты должен понять, что происходит. То есть, мать с километр, отец мгновенно. То есть, невозможно. Ни у того не получается рассказывать нормально, что нужно. Им нужно было все соединить. А, ну вот они соединили, получился я, получается так. Соединили, получился я, который вроде как заходит не с километра и не мгновенно. Такие дела. И что, папа тоже смотрит и слушает? Ну, это же отлично. Это же отлично. Ты говоришь, как будто мне есть что утаивать. И как будто бы он не знает, что он так делает. Как будто он не знает, что он так делает. Как однажды отец сидит такой, в глаза тебя аннигилирует, да? И он такой, на самом деле я в глаза никогда не смотрю, я смотрю сквозь тебя. Чисто. Я не смотрю в глаза, я смотрю сквозь тебя. Насквозь прожигаю. Смотрит как бы в глаза тебе, но как бы не в глаза, а как бы сквозь тебя. Спасибо большое за стрим. Увидимся и бак-бак-бак-бак-бак. Жуау.